Красиво, нарядно, парадно, но несъедобно. Что поделаешь? Сегодня мои москвички приезжали в гости. Были в Смоленске. И заехали ко мне. Они ездили в Байкал. Какой-то у них там зверинец. Какие-то кенгурушки. Зверюшки какие-то. Ну и зашли ко мне. Теперь мы их отвезли, здесь не очень далеко лес, и заехали в этот лес посмотреть на эту красоту. Еще одна рядовочка, вот у нее краешек загибается, а на шляпке рисунок как штрихи какие-то. Сейчас все были у меня чистые, второй, а третий этот я не знаю. Недалеко здесь еще есть рафария. Это он, мой любимый гриб. Рядовка серая, штриховатая. Такой, у нее ножка кучерявится другой раз. Я не думаю, что много мы найдем. Маугли где-то вдалеке там пару штук тоже нашел. Но у меня есть отварные эти серые рядовочки. Немножко белых голубиных и зеленушек. Все вместе. Это мы в оленем лесу позавчера набрали. А лисичек было мало. Такие яркие, красивые говорушки. Но я их брать не буду. Они мне погоду не сделают, я не хочу их в суп. Суп только рядовки, маховичок нашла. Немножко поели улитки его. Ну ладно. Страфарии на суп. А это на суп я не хочу. Это больше на засолку подходят грибы. Красивые страфарии. Да, они растут полянкой. Подробнее, вот как выглядит. Ножка у основания до середины, даже может выше. У нее шипиками такими. Хороша. И ножку беру. А то. Их в лесу много. Но не в этот раз. В этот раз их мало мне попались. Только сейчас. Вот калибия. Они бывают коричневые, черные. Фиолетовые немножко. Беленькие. Вот серенькие, разные, как и сыроежки, разного цвета. Червивые. Вот у них такая ножка на срезе. Она как бы, когда ее срезаешь, становится овальная такая слегка, продолговатая. Бывают иногда полные ножки, иногда они полые бывают, дырявенькие такие. И иногда, когда они попозже, постарше уже, разветвляются ножки вот эти. Веером расходятся иногда. Тонкие ножки, конечно. Красота. Наступила осень. Грибы растут возле каждой палочки. И на каждой палочке. И на каждом деревце. Столько грибочков. Это какие-то, не знаю. Они растут в городе возле гаражей. Мы поедем сейчас в лес. А здесь такие грибочки. Пахнут они вкусно. Но что это за грибы? Разве все грибы можно знать? Конечно, невозможно. Это с левой стороны лежа. А с правой стороны растут до сих пор еще рогатики. Пойду их сниму. Вот растут возле гаража рогатики. Их там целая поляна. Поляну я уже снимала. Снимать не буду. А это в сторонке. Тут несколько кустиков тоже растет. Красиво очень. Но мы поедем сейчас в тот лес, где редко бываем, это близко, километров 10, в сторону Московского шоссе. Отлично. Слушай, киска, накормили мы тебя, накормили Лизу эту. Малышка ты наша, хорошая киска. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.